генералу не до шуток сын чеченца не убит. Я возьму за двое суток, город Грозный говорит. Я не дам им коридоров, я в крови всех потоплю. И на радость мародерам мертвый город подарю. Я до класса школы за солдат погибших всех, а продажные лжемулы на Жахара спишут грех. Командир их Тихомиров был отъявленный маньяк, но в Амут поселок мирный взять не мог за год никак. Потому свои параколы от Янды до Элистанжи облачал он протоколы, не гнушаясь гнусной лжи. Мол, басаевцы разбиты, жрет кило их воронье, что Радуев не убитый, Яндарбиева вранье. Радио «Свобода утки» запускает наш эфир, что Завгаев просто тутка не принес чеченцам мир. За такой базар колхозный благодарствуя Кремлю, федералы сдали Грозный под расписку Шамилю. Федералы сдали Грозный под расписку Шамилю. Куликовский просто бредит, глупой смерти сын почил, и Алмагмас Ходохлебит ничему не научил. Ну а если он захочет вновь поднять кровавый меч, желтизной мундир намочит, прежде чем его извлечь. Желтизной мундир намочит.